Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами, как всегда, по-прежнему мы стрим ТО. Играет у нас непосредственно Reapers и Divine, они же Диваны. Они сегодня просто изменили достаточно много названий, скажем так. Данный матч буду для вас комментировать я, Майор Кэвилл, мой напарник, Мистер Деус, а за картинку отвечает прекрасная лисичка Ким. Александр, здравствуй! Здравствуй, Дэн. Очень неожиданно сегодня мы включились. И, наконец-то, есть у нас карта, наконец-то, есть у нас участники, перезаходы. Все прекрасно для того, чтобы мы замечательно провели сегодняшний вечер. Зрителям тоже здрасте. А что у нас, кстати, по сетапам? Смотрим, у нас есть паладин. Паладин играет на диктаторе. Скорее всего, так будет с двух сторон, потому что это оптимальное сочетание на песочнице. Потом есть хантеры. Хантеры играют на страйкере, по идее. А вот с другой стороны тоже хантер на страйкере. С другой стороны вообще хантера пока что не вижу. А нет, вижу, он просто забрался в самый низ. Тоже страйкер. Ну, в общем, я как понимаю, сочетание, в принципе, зеркальное. Ареса гром. В целом, по основным моментам мы прошли. Здесь на песочнице очень редко бывают какие-то новшества со стороны команд. Вот раньше играли все на Паладина Вулкане и на Диктатора Страйкере. Сейчас это время ушло, и какие-то, ну, более однообразно, скажем так, стали играть. Но ничего страшного. Вопрос только, кто здесь больше заскиллует, а кто меньше заскиллует. Поэтому выпадает овердрайв, смотрим, кто его забирает, и начинаем. Ух ты, проблема, как ты там вытолкал, учитывая, что он самый низкий корпус, смог забрать, не залазя ни на кого, овердрайв. И, как мы знаем, на песочнице это уже очень неплохой старт для того, чтобы вначале сделать несколько отвозов. Поэтому посмотрим, как у него получится им воспользоваться. Сразу же развею, да, все, так сказать, версии, кто сейчас играет у нас, да, в чате, вот там дядя Дима интересуется, кто играет с Риперсами, Диваны или же Тим Оркестр? Это одна и та же команда, то есть она поменяла, получается, за один день несколько названий. Вот, поэтому это одни и те же ребята, как изначально, да, вот самое первое, которое было название у этих ребят, теперь они непосредственно Диваны, а до этого, точнее, до этого было первое название, потом идут Тим-оркестр, после чего уже финальная версия, на которой сошлись, я так понимаю, ребята, это Диваны. Вот и все. Да, за синих у нас играет непосредственно Дивайн, а за красных, да, легендарные Риперсы. Ничего страшного, у вас на экране написано Team Orchestra, но это не беда, мы вам сказали, теперь вы все понимаете. И к слову, касаемо оркестра, в оркестр только что еще флаг увозил, но слили его, правда, есть подхват со стороны тиммейта, ну и осталось только довести. Там Францис, правда, уже ДД-шку прожимает, поэтому доставку прямо сейчас вести не стоит, нужно немножечко подождать. Эксайта сливают, и сейчас счет будет становиться 1-0. Мы поздравляем синий коллектив, и, наверное, овердрайв здесь сыграл какую-то роль. Поэтому уже есть некое преимущество. Отметить проблему, которая сейчас на морально-волевых залетает просто на вражеские респы и погибает героически, делая при этом даблкил, и модер подугомонил немного проблему, да. Отметить стоит этого игрока, поскольку он играл и в Team Pointers'ах, и достаточно именитый игрок, и в Diamonds'ах, если я не ошибаюсь, он тоже побывал, даже не в Diamonds'ах, а в Bulls'ах, скорее всего, вот, поэтому, в принципе, и скилловый соло-игрок. Да, это вот после небольшого перерыва, скажем так, проблема вернулся в такой вот интересный состав. Помимо этого, в составе у Диванов, они же Team Orchestra, есть Genion. Это наш комментатор, так сказать, наш соотечественник. Вот, пока он сидит, не знаю, на банке, увидим ли мы в будущем, посмотрим. Ну и плюс, конечно же, Сесмайл, наш оператор. И, в принципе, тоже профессиональный игрок в танке онлайн. Как-то так. Есть, кстати, отвоз, и на удивление очень мало здоровья остается у Эксайта, и он смог вывести флаг себе на базу, и, по всей видимости, это будет доставка. Хотя здесь, конечно, много урона можно получить еще, но флаг ставится. Вот просто меня всегда удивляют, как же всякие мелочи могут порой решать исход отдельных моментов, а порой и вообще всего матча. Вот посмотри, на какое количество хп ушел Эксайт. Вот буквально одна бы
дробинка попала бы издалека по нему там заранее, и уже не было бы никакого отвоза, не было бы в дальнейшем доставки, и, быть может, это будет решающий вообще флаг. То есть, на песке? Если... Что? На песке 1-1 решающий флаг. Но потом, допустим, они поставят еще несколько флагов, и, возможно, будет разрыв именно в один флаг. Конечно, в будущее смотреть я не могу, и это показывает только то, что абсолютно за каждым своим выстрелом, что за абсолютно за каждой мелочью нужно следить для того, чтобы вообще не проигрывать. Поэтому это, да, трудная задача, но, как правило, игроки могут сами себе руинить, пусть и в таких мелочах. Мне радует, что это песочница. Песочница всегда отличается своей мобильностью, своей, так сказать, экшонностью, если можно так правильно выразиться, да, и не заставляет нас заскучать как комментаторов, так и зрителей. Но пока что вот после 1-1 ребята решили немного упасть в релаксирующий темп, хотя Стронг соло на паладине овердрайв пока не использует. Кстати, далеко уже увез, никто здесь, наверное, не поможет ему, да, и Мустанг вернет. Вернет, убили здесь, поддушили немного красненьких ребят, Леттер Францис на дефе, и пока каких-то акцентирующих атак не наблюдается. Готовится, наверное, команды. Но заход, наверное, будет сейчас со стороны синего коллектива. Есть проблема, есть оркестр, есть мустанг, и, конечно же, они заедут, но здесь и шафт выцеливает, в принципе, есть еще несколько деферов, и, скорее всего, синие далеко флаг не увезут. Хотя вот оркестр еще может подхватить. Там, кстати, прожался только что красный викинга-молот, и не получилось у него законтролировать оверку на центре. В итоге оверка опять достается проблеме. И с точки зрения контролирования овера, конечно, диваны здесь смотрятся гораздо лучше и гораздо выше. А ну-ка, проблема прожимается, есть у него аптечка. Раздается, подхватывает знамя, ловит шарик. А шарик там, не помню, слил кого-то или нет. Но вот вижу как минимум одного. И с другой стороны тоже они задефались, и, соответственно, доставка уже второго флага. Поэтому смотрится все интересно, но пока на фоне противников красные смотрятся куда более зажаты. Сейчас, конечно, ситуация может повернуться, потому что у красных есть оверки, и можно будет как-то от них уже отыгрывать. Но сейчас они просто сидят на респахе и вообще ничего не могут сделать. Да, так и есть. Так и есть, просто дефируются, не могут ничего придумать, найти какой-то ключик к благополучной атаке уже, да, на протяжении какого-то времени смогли не привести только один флаг. И синие сейчас смотрим, проблема, так, правда, без звезд они будут это делать, нападение Леттер. А Леттер не хочет отпускать эту проблему, правда, Францис, да, с ним справляется. А Францис вообще в соло просто двоих убил, и оркестра, и проблему, пацаны, ну, как бы не сегодня, сказал Францис. Мустанг с фланга, low HP... Попытка была неудачная, явно заведомо, да, ну там половина хп, по-моему, мустанг вообще ворвался и не стал даже использовать овердрайв, поэтому это было так, чисто потрогать. По овердрайвам, опять же, этот мустанг, у синих немного овердрайвов, а вот как раз у красных уже их 4 на команду, поэтому, ну, надо двигаться уже к цели, а цель такова, что нужно сравнять счет, как минимум. Ну да. 6 минут. Суммарно команды доставили 3 флага. Для песочницы, на самом деле, это не очень частое событие. Но, так или иначе, есть какие-то действия. Кстати, проблема уже прожимает 4-й овердрайв за сегодняшний день. То есть, на самом деле, очень хорошо он их контролирует. Но и сейчас, с другой стороны, отвоз происходит. Надо как-то помогать своим тиммейтам. Подлагало, конечно, да, неприятный момент. И вот оркестр уже подхватывает знамя. Красный еще сильнее зажимается, еще. Овердрайв, по сути, в молоко. Хотя вот вроде Стронга он слил, но там, скорее всего, проблема и так его добивал бы. И, кстати, от Мустанга был возврат, поэтому очередной доставки не будет. Хики пытается каким-то образом помогать. И в целом сосулю дает вот сильнее и сильнее они респят. Но красные они даже не могут поражаться достойно. Они вообще ничего не могут. Они с респана респ. С респана респ и... Нужно им только рожаться и дальше играть уже достойно, потому что если они так будут продолжать, то тут уж простите. Нужно кому-то грамотно прожаться, задефать весь этот напалм, скажем так, со стороны противников и после этого уже каким-то образом работать. Леттер только что раздался, дал минус 2, мустанга нужно сливать и, возможно, это будет возврат. Но у того еще аптечка присутствует, поэтому, по всей видимости, здесь будет доставка уже 3-го флага. Но вот сейчас нельзя пропустить момент,
и не пойти в контрнаступление. Вот сейчас нужно это делать. Прямо сейчас. Но что-то у них не все так гладенько. Ни туда и ни сюда. Но все равно я, можно сказать, недоволен первым раундом. Это 3-1. Да, я не спорю. И были хуже матчи, когда я комментировал, там, к примеру, с тем же Гениуном. Когда мы смотрели... А, нет, или с Дианой, по-моему, Диана, да, там была. Вот, когда мы смотрели песок, и там ребята играли 1-1, и там чуть ли до такого не доходило то, что 0-0, да, на песке вот сыграть. А вот теперь уже 3-2, как будто просыпаются команды, и шансы-то есть на ничью, и в принципе даже на потенциальную победу. У красных сейчас Мустанга нужно задушить, потом оркестра, задефаться, копить звезды, и как нам уже показывали ранее те же, к примеру, да, Team Pointers или Red Notice, просто заходить с овердрайвами до конца... Так, да, за минуту до конца первого раунда и атаковать, контролировать респы, то есть нам показывали, да, более такие скилловые команды, как это надо делать, за минуту возить 2, а то и 3 подряд флага. 3-3 сравнивают счет, в быстром темпе, кстати, это делают красные, что самое интересное, вдохновились они этим всем, и теперь уже, да, наблюдаются вроде бы как проблемы у синих. Очень большой вопрос, как они допустили 2 флага просто буквально, да, за минуту-полторы отдать. А вот в этом и есть прелесть песочницы, что все-таки если вы держитесь и не даете делать противникам конвейеры полноценные, то рано или поздно вы разжимаетесь, тоже, конечно, при достаточном проявлении воли, и начинаете уже увозить несколько флагов подряд, такое бывает достаточно часто. Мустанга, кстати, тоже сливают, и сейчас, на самом деле, последняя минута, идет решающий момент, битва за решающий флаг, кстати, вспоминаем тот самый отвоз на... по среднем количестве здоровья. Ну и оркестр пытается отвозить. Мустанг его встречает. Тут еще есть несколько игроков. Нужно кому-то что-то делать. Но проблема раздается. Проблема просто великолепен. Сегодня столько фрагов делает. Раздался, получается, 5 раз за сегодня. Для песочницы это фантастически много. Ну и победа для синего коллектива. Ой, ну хорошо, хорошо это было. Ну, 30 секунд до конца, конечно. Может быть, еще красные что-то сделают. Давайте посмотрим на этот момент. Тут Мустанг раздается, правда, пытается оркестр блокировать всех и блокирует вполне успешно. Леттер есть сверху, Леттера тоже сольют. Все-таки Мустанг всем пробитие накладывает. Ну и все, мы поздравляем коллектив Диван. Они молодцы, они победили. Но проблема — это на самом деле величина. Как проблемы сегодня отыгрывает, это хорошо. И, кстати, касаемо его тиммейтов, тоже нужно сказать, что они помогали ему контролировать оверку на центре. Я видел, что специально там кого-то блокировали для того, чтобы впоследствии проблема туда доехал, и именно он его забрал. Потому что здесь основной овердрайв — это овердрайв Викинга. Если на каких-то других картах по типу плата можно еще поспорить, потому что там на Викинге крайне трудно раздаваться, то здесь овердрайв Викинга — это все минус база у противников. Ну да, так и есть. Проблема мне очень, кстати, понравилась на самом-то деле после... Хочу посмотреть, они играли вообще или нет до этого. Риперсы играли. Я сейчас хочу посмотреть Team Orchestra, они же Диваны. У них просто вообще в группе только 3 команды, да, получается. Вообще 4 должно быть, 1 empty slot и... Получается, Reapers и Only the Family. И вот что, кстати, я вам хочу сказать: то, что это первая игра на данном турнире у Team Orchestra. Они же Диваны, да. И это будет первая потенциально тяжелая встреча с фаворитами, наверное, в данной группе Reapers'ами. Вот одними из фаворитов. Ну, не будем, да, скрывать, наверное. Тайны, так сказать, просто выделим сразу двух ребят, которые должны как вроде как выходить из группы, это Reapers и Team Orchestra, а Only the Family, ну, свежие, слишком свежие, еще Reapers уже их наказали, то есть это будет потенциальная драка, наверное, все будет решаться, в принципе, Only the Family и Team Orchestra, кто из них пройдет, а Reapers вроде бы как должны гарантировать себе выход, ну, посмотрим еще. Действительно, посмотрим, как там уже будет в масштабе в турнире. Но пока у нас здесь такой локальный бой, локальная встреча, есть техническая пауза со стороны риперсов. Но действительно техническая пауза может на что-то повлиять, потому что мы однозначно видим, что несмотря на то, что результат был таким неразгромным, всего лишь в один флаг они победили,
Все равно страдали очень сильно риперсы, постоянно заезжали на их базу, постоянно были некоторые трудности, и нужно взять техническую паузу для того, чтобы решить все свои проблемы, все свои недочеты. В чем конкретно была проблема, я не знаю, может быть, там и в конференции что-то, но как минимум они сильно зажимались, и вот основная проблема в том, что постоянно брал проблему овердрайв, из-за этого он и зажимал вражескую команду. То есть за 10 минут он, за 10 минут он раздался 5 раз. То есть это очень много. И 5 раз, получается, вся вражеская команда была полностью на респах. И после этого уже, соответственно, остальные могли заехать и поддерживать такое зажатое состояние противников. То есть здесь принципиальный момент сейчас для них в самом начале попытаться забрать овердрайв или хотя бы не отдать его проблеме. Ну и дальше уже биться полноценно за центр, для того, чтобы уже зажимать противников, или хотя бы самим не зажиматься, то есть сделать игру более равной. Ну да. Да, так и есть. Проблема удивляет. Пока что по первому раунду я хочу сказать то, что он не потерял форму. Возможно, да, где-то, возможно, еще какие-то моменты. Все равно нужно раздуплиться пока что на ТКВ. Вот, на овках, ну, я думаю, что в любом случае проблема, если вернулся, то он будет играть серьезно, заинтересованно, скажем так. Я вижу то, что заходит Сетсмайл, и пока что 6 игроков от красных, либо здесь Сетсмайл просто пришел посмотреть на своих ребят, да, покататься, также еще увидеть и своих оппонентов. Либо Сетсмайл зашел не просто так, и кто-то сейчас выйдет. Вот это вот интересно, надо будет дождаться посмотреть. Но, в любом случае, свежая кровь у красных есть, и я думаю, ее надо выпускать и показывать этих потенциально сильных игроков. Ну что ж, может быть, и посмотрим мы сегодня на свежую кровь, но пока, конечно, чувствует себя и так вполне комфортно. Ну, кстати, вот да, Сетсмайл, играли мы недавно обычный спорт-режим против частично коллектива Диваны. И там был тоже Сетсмайл. Оркестр вообще, по-моему, играл на шафте. Нет, оркестр играл на Викингомолоде. На шахту это другой сел. И Хьюстон себя, кстати, на шафте неплохо показывал, как мне кажется. Но это, понятное дело, обычная битва. А здесь они, скорее всего, играют совершенно на других сочетаниях и тренируются вообще на другом. Потому что, вот помню раньше, наверняка и сейчас такое есть, что вот играет какой-то человек-песочек, к нему заходит какой-то ветеран, ну, человек в краске ветеран, и просто отыгрывает по фану, то есть сильно не напрягаясь, и потом во всяких там группах ВКонтакте появляются посты, вот откуда у человека ветеран, как он его заслужил, он даже песок мне проиграл. Но нужно понимать, что киберспортсмены играют хорошо там, где им нужно играть хорошо, там, где они могут за это призы получить, или когда они играют турнир. А когда они играют в обычный рандом, то здесь уже, извините, они могут просто зайти поотдыхать и не напрягаться. Поэтому здесь я ничего такого не вижу. Честно говоря, я вообще сторонник, являюсь очень большим, да, таким противоположником того, что вот когда, да, это можно наблюдать и в Discord-чатах, в официальных, там, танки онлайн и спорт, и где только угодно, ну, которые относятся к танкам онлайн, когда кого-то, кто-то кого-то выигрывает, да, и после этого кидает скриншот в чате, а-ля «я крутой», посмотрите, вот я его выиграл, да, вот это типа такое, типа ты никто, и в этом всем роде духе. Если такой человек думает то, что он кажется героем, ну, лично для меня это глубокая, так сказать, глубокая ошибка. То, что этот человек так считает. Потому что, ну, лично, как по мне, на показ вот этого выставлять, да, победил, да, уйди там, возьми с полки пирожок, да, порадуйся, ну, классно, реально. Поделись с друзьями. Не, ну, серьезно, а так на всю публику это оглашать, ну, это некрасиво, как по мне. Ну, не знаю, я здесь скорее подхожу не со стороны красоты, а просто, а для чего это делать человеку? Ну, победил, молодец. Ну да. Что дальше? Ну, лично у меня вот, вот эта вся культура кидать скриншоты, это немножко с кринжом связано, да, но да. Это, конечно, мои предпочтения. Есть вот люди, которым это интересно, например, которые борются, вот сегодня я тебя выиграл, я пойду в огромную конфу, скину скриншот, вот все посмотрят, но, не знаю, мне это не близко, возможно, кому-то нравится.
Да, да, есть такие любители. Без этого никуда. Вот, поэтому как-то так. У нас тем временем заканчивается техническая пауза, и уже остается минута до начала уже второго раунда. Напомню, что первый раунд у нас забрали диваны, они же Team Orchestra, вы, возможно, да, видите у нас на табличке сверху. У них горит такой желтый кружочек. Вот, поэтому как-то так. Сегодня мы играем все четыре карты, все четыре раунда, точнее, извиняюсь. Это у нас групповой этап. И пока что вот подготовка идет уже к началу второго раунда. Начинается, к слову, еще не было овердрайва, и продолжаются такие своеобразные бои на центре, но нельзя просто брать и отдавать овердрайв на этот раз диваном. Вот Excite есть наверху, и в целом шансы у него на взятие оверки неплохие, но вот там проблема уже делает подсадку, и самое главное, проблему в минус просто бросают. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, и Excite забирает оверку. Вот не зря они взяли техническую паузу, сейчас у них получилось занять очень хорошее положение. Вот видели, получается, Excite залез на своего ареса, в итоге они прижались к стеночке, и их вообще никак нельзя было оттуда вытолкнуть. То есть максимум ты ареса прижимаешь, но тем самым становишься неким мостиком для того, чтобы по тебе можно было проехаться до овердрайва. На самом деле, как будто ситуация для взятия оверки беспроигрышная, и поздравляем синий коллектив со взятием. Да, да, так и есть. Пока что в таком... Опять же, не самым быстрым темпе начинают второй раунд. Ребята пристреливаются, ищут брешь в обороне соперника. Нужно правильно подобраться. И тем временем саму бы не хотелось бы отдавать этот синий выпил. Да, вот проблема, кстати, находит ту самую брешь. А Свей даже не замечает проблему. А тут респы прям хорошие, бы так сказал. Что Excite, Стронг уже увидел проблему, всех там подубили. Хики на дистанции с шафта пытается наваливать. Навалил по Стронгу. Хорошо, вроде бы как оборона совершилась. Ворона совершилась, но пока все равно натиск идет со стороны диванов, как по мне. Пытается проблема отвозить, и, к слову, у него вполне неплохо получается. Самое главное сейчас задефать Хантера на центре, с этим проблем нет, мгновенный фокус прилетел. Ну и мы поздравляем, это опять 1-0 в пользу красного коллектива, то есть в пользу диванов. Это, конечно же, круто. Для них и сейчас проблема оверку заберет. Кажется, на центре просто сливайте его, все что угодно сделайте, но не дайте забрать. Но проблема, как всегда, забирает. И я боюсь за синий коллектив, потому что если проблема окажется у них на базе, то ничем хорошим это не закончится. Но у них тоже есть, конечно, оверки. Нужно как-то шафту особенно проблему контрить, потому что проблема — это очень неприятный герой сегодня, и нужно вдвойне фокус давать по нему. Но, кстати, шафт поменялся, не помню, кто раньше играл на шафте у них, но сейчас Слей зашел. Знаешь, проблема, ты мне сейчас напомнил, да, такой неприятный персонаж, почему-то мне сразу же Дота напомнилась, когда есть такие там по типу токсичных персонажей, по типу Рики, там, Дроу Рейнджер, которые, ну, якобы являются имбой, да, если... Ну, типа, в крысу заходить там и убивать просто в спину. Вот проблемы сейчас являются вот этим вот имбалансным героем, наверное, среди всех, кого здесь можно выделить на данной карте, да? Не зря. Не зря данный игрок все-таки... По-моему, он даже претендовал, да, как-то на лучшего игрока года. Вот. Поэтому как-то так, проблемы сейчас... Ну, если что, могу сейчас чат меня поправит. Проблема. Проблем пока что-то потерялся, пошел убивать одного Excite, погубил, а вот со СТМ не расправился, все-таки этот шафт работает исправно. Ух ты, а там Устонг неплохо танцует с троими, с четырьмя. Да, шансы были маловаты, конечно, здесь, но у вас... И оркестр врывается, именно по двоим попадает, между прочим, третьего не успел выключить, только дал урон. И оркестр может сказать, ну это в соло у вас. Здесь нужно дать должное оркестру, да, это чистый второй флаг за данным игроком. Проблема, еще один овердрайв собрал, и, конечно же, очень трудно играется Риперса. Проблема в том, что у них есть овердрайвы, но они их абсолютно не используют. Сейчас фулл овердрайвов у синего коллектива. Бери, заезжай, убивай. Но что-то не клеится у них, вообще ничего не получается. И все, они опять на респах, противники вновь могут заходить. У проблемы есть оверка, он раздается, всех сносит. Конечно, рискованно раздаваться, когда у противников фулл овердрайвы. Но так или иначе, ситуации могут быть вполне разными.
А ну-ка, Эксайт заезжает, есть также Стронг, которого наверняка сольют, Эксайта тоже сливает. То есть, посмотрите, они абсолютно не раздаются. Вот это экономия, я понимаю. Но зачем? Выдержка. Они же просто, пока они не езжают овердрайвы, противники накапливают следующий круг овердрайвов, и вы просто теряете время. Ну и что, что противники могут сейчас испугаться и из-за такого количества овердрайвов не зайти на вашу базу. Но главное, они свою дефают до тех пор, пока у них коверки не появятся. И этого я вообще понять не могу. Угу. Да. Так, есть проблема. Увози, только Excite будет попытка. У него есть овердрайв, проблема разрывать дистанцию, делает все максимально. Просто верно. Выбирает своего ВВА и... Соответственно, 3-0. Ну, вот это уже раскатка пошла. Чисто, да, знаете, как будто на тракторе прям сидят у нас красные и давят всех подряд, да, как без особых проблем, скажем так. Ну, 3-0 это уже звоночек, на самом-то деле, за 5 минут, потому что риперсы даже ни одного флага не смогли увести. И, как ты говорил, Деус, то, что они сейвят зачем-то овердрайвы, да, по сути, когда их можно делать намного больше, этих овердрайвов. Пока вот они хотят, наверное, сделать полный камбэк, я так понимаю. Пока что у четверых уже есть звездочка. Там пятый где-то должен еще появиться, по-моему. Или нет. Да, вон Слей стоит. То есть они готовятся, да, готовятся к потенциальной синей атаке. И, скорее всего, как я могу подозревать, попытаются не законтролировать респы. Но пока что красные говорят свое нет на это все. Оп. Вот хотел дать сосулю, да, но сразу его фокусят. А ну вот не надо оставлять до последнего момента, потому что твою базу берут и контролируют сейчас трое мощных мужчин. И что делать? А ты ничего уже не сделаешь, дружище. Поэтому нужно сейчас просто всем ехать в атаку и каким-то образом пытаться камбэчить. Конечно, есть у вас еще какие-то овердрайвы, поэтому нужно использовать. Вот есть Францис. У противников там оверка есть только у Хантера, которого, в принципе, Викинг может контрить на оверке, если немножко раньше прожмется. И у Паладина есть. Паладин — это вообще не проблема. И дальше можно просто ехать и сливать. Но опять-таки они не прожимаются. Вот что самое неприятное во всей этой ситуации. Плак увозит Эксайт, он на центр поехал. Ну понятно, для чего? Для того, чтобы проблеме не дать забрать еще один овердрайв. Но проблема все равно-то забирает. Не знаю, мне лично больно на это смотреть. Потому что как будто стоит цель, как можно меньше прожать овердрайвов. Мы видели абсолютно разные ситуации и видели, что бывает слишком часто прожимают овердрайвы впустую. Но бывает их вообще не прожимают, и это, конечно, печально, особенно на песочнице. Вот особенно на песочнице, подчеркиваю, потому что здесь любой овердрайв может очень много импакта внести. Да, конечно, естественно. Там, кстати, что-то произошло, оркестр перевернулся, двоих выключил, убил кого-то. Вот я только не видел, кого из синих... Он дал стан, Францис тоже там остался под молнией в шоке стоять. Проблема очередная, кстати, атака со стороны красных. И очень интересно наблюдать за ней, поскольку Эксайта минус. Слея тоже туда же. И Мустанг на HP просто, да, уезжает. Хьюстон у нас стоит, дефирует вражеские респы, почему бы и да. И действительно, это 5-0. Сумасшествие какое-то происходит на этой песочнице. Две минуты, не знаю там, что они планировали, сделать камбэк на 5 овердрайвах в конце или не сделает, но сейчас шанса у них на это остается крайне мало, поэтому, по всей видимости, здесь победа уже будет у красных. Хотя, может быть, что-то они и поставят, ну хотя бы один флажочек, в лучшем случае даже два, но сейчас они уже теряют шестое знамя, и Хьюстон просто поедет и не довезет, наверное, все еще. Вот Слея сливают, кстати. И Леттера наверняка сольет, да? Так, проблема. Поехал Респит дальше своих противников. Хьюстон Респитса подхватывает знамя. Там убили Паладина. Вообще, я не знаю, почему Паладин именно по такой траектории поехал. Но это нужно пересматривать, потому что не знаю на другом фланге, какая была ситуация. Но поехал он именно таким образом. Наверняка намеревался еще и вернуть. Но что-то не рассчитал, что оказывается на песочнице... Может кто-то зареспится прямо на тебе и дать тебе люлей. Ну и такое бывает.
Да, но я думаю, что здесь уже все решено. Даже несмотря на то, что в данном раунде минута остается у нас. 6-0. Ну, на песке, да, такое решается. Решается в том плане, если сейчас красный становится у нас в ФК. Вот, но в ФК, я думаю, то, что они не встанут. Да, давать раунды им незачем, им нужно выходить с группы с первого места и дальше просто идти штурмовать швейцарку. Вот, а пока что Риперсам, ну, нужно делать очень глубокую работу над ошибками. Единственное, что спасает и защищает лично мое мнение о Риперсах, то, что Иран это был пик у нас команды Диван, они же Team Orchestra. Вот, поэтому, значит, они якобы подошли, наверное, с лучшей подготовкой к данной карте. Я лично буду ожидать натиск камбэка. Да, тут нужно им в любом случае забирать два раунда Риперсом на своем пике на Иране. Ну ладно. Ну сейчас просто это очень комичная игра. Что там будет, конечно, на Иране, мы посмотрим. Возможно, ситуация поменяется, потому что, исходя из прошлого раунда, действительно, пусть и зажато, но играть они как-никак могут. Но меня больше всего сейчас страшит именно то, что они будут точно так же, как в этом раунде, подходить к прожатию своих оверок. Это больше всего меня пугает. Ладно, если вы хотя бы прожимаетесь криво, но вы хотя бы прожимаетесь, хотя бы какой-никакой импакт эти овердрайвы вносят. И смотреть интереснее, соответственно, из-за этого можно хотя бы наругать, сказать, ты вот плохо прожал, потому-то. А когда он не прожимает, ну что можно сказать? Вот вы не прожимаетесь, из-за этого проигрываете. И за этим наблюдать не особо интересно. Пожадничали Риперсы, тем самым и поплатились за свою жадность, наверное, это будет уместное выражение к данному коллективу. Если первый раунд еще был более-менее, сколько там, 3-1, да, закончился первый раунд? Ай, 4-3, по-моему, да? Угу. Как-то так, там разница в один флаг была, это я точно флаг, помню. Да. 4-3, по-моему, если я не ошибаюсь, да, диваны закрыли, да, то есть если первый раунд еще ощущался 50 на 50, второй раунд ощущался 90 на 10. Даже можно сказать на все 100%, поскольку счет, второй раунд закончился со счетом 6-0. Ну это жестко, не знаю, когда вы проигрываете 6-0, это знаешь, опять, если вернуться к той теме, да, когда я пошел впервые играть в ТКВ, мне можно проиграть 6-0. Потому что я пришел, да, здесь типа, я не умею. А вот, ну, Риперсы... Не знаю, ну Риперсы уже какие-то такие, это не новички явно, играют именитые игроки, Леттер, Францис, кто там еще есть, Эксайт. Эксайт вообще является, по-моему, помощником, если я не ошибаюсь, или администратором даже. В составе также находится еще и Модре, то есть это знающие игроки, и проигрывать 6-0, и вот так вот использовать свои овердрайвы, жадничать ими, наверное, так лучше делать не стоит. Нужно им поменять свою терпильную тактику на какую-нибудь более агрессивную, иначе все закончится примерно так, как мы только что наблюдали. Кстати, нужно к чатику обратиться касаемо тех людей, которые зашли к нам на стрим и думают, что здесь появится промокод. Хочу сказать, что теперь промокодов никаких нет. Вам нужно привязать свой аккаунт к нашему, вернее, к своему Twitch-каналу. И в таком случае за просмотр трансляции вы будете получать ультраконтейнеры прямиком на аккаунт. Годная штука на самом-то деле. Всем рекомендую. Не каждый канал может похвастаться таким. Вот. Вообще стримеры, как бы всегда, у них есть такая цель, чтобы подключить этот дроп. Да, что они являются вот официальным стримером игры. И у них, соответственно, внутриигровые плюшки есть. Поэтому, ребята, пользуйтесь моментом. Таких шансов вы нигде не увидите, кроме нашей трансляции и английской локали. Вот. Нужно просто смотреть, болеть и получать плюшки. Да, кстати, регистрироваться нужно именно через браузер. Это принципиальный момент, потому что через... Клиент у вас может выдавать ошибку, поэтому заходим быстренько через браузер, заходим в настройки, раздел аккаунт, кажется, и там выбираем подключить к аккаунту Twitch. Поэтому все это делается просто, буквально за несколько минут, поэтому дерзайте и будете получать промокод. На каждой трансляции можно получить, не промокод, ультраконтейнер, на каждой трансляции можно получить один ультраконтейнер. Получаете вы его, если смотрите 20 минут без перерыва трансляцию. Да. Так и есть. Пока что, я так понимаю,
Вообще, наверное, даже перезахода еще пока не будет. Ну ладно, пока посидим, пообщаемся. Так. Вот у меня за все время, кстати, приходил мне дроп этот. По-моему, тут вопросы есть. Вот люди задают, в конце стрима зачисляют или после 20 минут. Вот у меня уже, я уже зашел в уведомление, и 12 минут назад у меня вот написано то, что теперь вы можете получить ультраконтейнер. Я так понимаю, что все-таки склоняюсь к тому ответу, то, что в течение 20 минут чистого, да, чистых 20 минут, вам придет уведомление, то, что вы можете забрать себе ультраконтейнер. Как по мне, лютейшая халява, ребята, поэтому ее пропускать просто-напросто нельзя. А, вот, вы, кстати, обратите внимание, что вам нужно еще на это уведомление нажать, и там этот ультраконтейнер нужно будет забрать. И там через небольшое время он должен оказаться у вас на аккаунте. Поэтому про этот аспект тоже не забываем, потому что на самом деле он не менее важен, а то насидите, насмотрите, а потом будете жаловаться, что чего-то ультраконтейнера на аккаунте не появляется. Да, поэтому, ну, все новое привыкнется, думаю. Вот, и починят все ошибки, да, там вначале были какие-то неполадки с этими дропами, но сейчас вроде как вот Deos вам уже все объяснил, через что, как это нужно делать. Кто-то брал техническую паузу или что у нас происходит здесь вообще? Я не знаю, что у нас происходит, но знаю точно, что не было перезаходов. И, кстати, еще один вопросик в чате. Я вообще это уже сказал, но, наверное, надо повторить и сакцентировать на этом внимание. Да, за одну трансляцию вы можете получить максимум один ультраконтейнер. Вы не думаете, что трансляция идет, допустим, 40 минут, это значит, что вы получите два ультраконтейнера. Нет, таким образом не работает. И, кстати, вторая трансляция тоже будет идти на этом канале, по идее. Да, я думаю, если мы уложимся. Но тут овертаймов не будет, так что должны уложиться без вот этих затягиваний. Ну, не знаю, уже время, кстати, 20:43, а следующая трансляция в 9 часов начнется. У нас впереди еще по 10 минут, два раунда. Наверное, не успеем. Скорее всего. А как найти наш второй канал зрителям? Он как-то привязан, наверное. Да, вот, сейчас вам Лиса в чат скинет ссылочку на второй канал стримов, и второй стрим, возможно, пройдет там. То есть смотрите примерно, как это работает. Если мы успеваем к 21:00 закончить эту трансляцию, то мы на этом же канале запускаем вторую. Если мы не успеваем, то стрим проводится на нашем втором канале. Это связано с тем, что, в отличие от Ютуба, на Твиче нельзя сразу делать два стрима параллельно, и для этого, соответственно, создали еще один Танки Спорт канал на Твиче. Вот, ребята, обратите внимание в чат, Nightbot пишет наш дискорд-сервер, заходите туда, это официальный канал StreamTO, да, вот, трансляция нашей студии, так сказать. Заходите, как только вы присоединились, по-моему, вы должны подтвердить, что вы зритель, поставить галочку, это выдача ролей. Вот, там ссылочки какие-то кидают, ребята, обратите внимание. И после этого вы сможете, или сразу у вас будет открыт текстовый канал, который называется «Новости StreamTO». Там проходят у нас анонсы матчей, и вот вы можете увидеть, на каком канале будет проходить этот матч. Вот, к примеру, Мисс Натали этим всем занимается, Battle Access против XO, первый канал, так сказать. Вот, а Cold и Deadman на втором канале уже, то есть тут логично. Помимо этого, можете смотреть статейки, там тоже публикуются, ну и всякая полезная информация по Танкам Онлайн, поэтому рекомендую вам вступить на этот Дискорд-канал. Обязательно заходите, но у нас идеально по таймингам происходят делеты, и мы начинаем смотреть за первым раундом на карте Иран. Ну и, кстати, выпадает только сейчас. Нет, это уже второй овердрайв выпадает. Первый овердрайв, к слову, забирает проблема. Видимо, не научила игра на песочнице ничему коллектива Reapers. И сейчас проблема, кстати, собирает еще и второй овердрайв. Первый он прожимает. Ну и будет заходить на вражескую базу. Здесь, в принципе, есть помощники в виде Хики и Сетсмайла. Но помощники, знаете ли, не очень мобильные. Поэтому, скорее всего, никуда они не увезут. Проблема, вот я все равно не могу оторвать от него глаз, как он эпично забрал овердрайв. Он хищник. Он хищник в этой игре, это 100%. В бустах, кстати, цепляет Франсис.
Францис, пока на ДФЕ нужно убивать оркестр, Эксайт пошел, тут респы вражеские пошли, тоже проблема, нужно помогать своему флагоносу убивать Стронга, овердрайв, по-моему, да, прожимать проблема, минус 2, кстати, делает, а успеет ли еще сделать минус 3, минус 4, ультимативная заканчивается, проблема тоже проблемы, и Эксайт все же завершает, да, эту атаку соперника и возвращает флаг. Нужно еще обратить внимание, что у нас сегодня битва подходов, потому что с одной стороны на шафте играет Арес, а с другой же стороны на шафте играет Крусейдер, что тоже наверняка может сказаться на итоговом результате. А ну-ка, Сетсмайла, кстати, сливает, Хики поехал, но вернуть так у него и не получилось. Лично я не знаю даже, что здесь будет лучше, потому что Иран сам никогда не играл, ну, скажем так, не разбирал Иран. И не проверял, как на чем здесь играется. Поэтому ситуация неоднозначная, но в пользу Ареса Грома, наверное, могу сказать, что ему будет проще, что ли, забираться наверх. Проще с точки зрения того, что он не будет терять... Давайте, ладно, сначала за отвозом посмотрим, потом я выражу свою мысль. Так вот, для Ареса Грома будет не таким упущением потратить время для того, чтобы залезть на какую-то верхнюю часть и там прожать свой овердрайв. Чем это будет делать шафт, потому что шафт за это время мог бы свестись и, допустим, сделать несколько фрагов. И Грому гораздо проще стрелять с верхней позиции, чем шафту. Поэтому, возможно, здесь Ареса Гром — это вполне неплохое сочетание. Да, вполне не вижу, кстати... Изит вообще, продувов, все это стало как-то не нужно, да, наверное, заменяется это все, вот это вот действительно Тесла, и особенно на Иране любят это делать игроки, поскольку не самая карта, скажем так, по местности, да, имеется в виду, по свободной местности, здесь ее как раз-таки... Домики эти все эти улички, все это сжато, и Тесле только это большой плюс. Ну, только, наверное, если не считая вот этих вот флангов на длину. Там, конечно, это работа шафта 100%. Стронг зашел, умер, Хики сражается, а оркестр, кстати, еще видит и пытается помочь своим ребятам. И Фрэнсис просто решил уехать на морозе, думал то, что... Ему ничего не сделают, но не тут-то было. Оркестр минус, битва за овердрайв, и Стронг нет, все же Мустанг решил забрать коробку на центре. Но хорошо, что это сделал не проблема, поэтому это уже очень большое достижение для риперсов. А ну-ка, кстати, Францис прожимается, заходит, делает первый минус сверху. Стронг тоже прожимается, помогает своему напарнику, буквально залазит на него. Ну и здесь Мунстанг, конечно, пытался подблокировать, но на самом деле ничем результативным это не увенчалось. Опа, сосулька немножко подморозила игрока. Проблема пытается потянуть время, отвести флаг как можно дальше. Но доставку здесь не избежать. И вопреки всем ожиданиям, вопреки началу, которое мы видели со стороны проблемы его напарников... Доставка, это первое, происходит со стороны риперсов, значит, они готовы играть на Иране, и, видимо, на песочнице просто был какой-то казус. Мне кажется, если реально сейчас риперсы заберут Иран, то это значит, что они показали свою слабую карту, это песок, который они отдали, ну, во втором раунде, как минимум, вообще в ноль, а вот Мустанг уже везет, между прочим, при поддержке двоих союзников нужно убивать как-то Эксайт, там шарик пустили, Модре не достает по Мустангу, между прочим, и, наверное, урона здесь уже не хватит, потому что Мустанг просто летит, как невероятная молния, да, это 1-1 сравнение в счете. Очень обидно так получилось, что шарик буквально чуть-чуть не задел Мустанга. И вот мог бы быть, наверное, здесь какой-никакой возврат. Вот опять-таки, мы видим, что мелочи решают очень многое. Потому что если бы шарик был немножко выброшен раньше, то, может быть, они потянули бы как-то время и впоследствии вернулись. И, к слову, касаемо Теслы, да, еще плюс здесь в том, что есть очень... большое количество высоких поверхностей, с которых можно свой шарик давать и доставать до противников, до которых ты не достал бы в такой же ситуации, допустим, на рикошете. Поэтому здесь преимущество однозначное для Теслы. И, к слову, мы имеем атаку со стороны проблемы. Его, кстати, сливают, но несколько фрагов он успел сделать.
а точнее три. И оркестр возит Мустанхиму в помощь, тут еще Сет Смайл сзади догоняет, пытается респить всех на свете. Столы, кстати, сейчас Дашку прожимает, но на самом деле было бы правильнее в этом моменте прожать ДДшку, поскольку есть паладин на овердрайве, который на тебя набрасывает пробитие. И Дашка так или иначе в любом случае с тебя слетает. Но это, видимо, уже чисто рефлекторно у него работает. С респа нужно прожать Дашку, и все. Почему бы нет, Францис? Он выезжает, не знаю, как будто хотел убить одного. А, кстати, может сейчас и неплохо получиться, потому что вообще Сесмайл на самоубился, а Францис все-таки убил Мустанга, подбирает флаг и искрометно пытается проехать вот эту проблему, а проблема не дает ему проехать. В этом вся соль, оркестра душат. Кто дал овердрайв? Это был Сесмайл? Или оркестр, я извиняюсь, если чуть-чуть не заметил, да, это был, по-моему... Кто у нас на Хантере сейчас был? Хантере? Ну, Сетсмайл точно не на Хантере, поэтому оркестр, наверное. Оркестр, да-да, оркестр, вот. Было жестко. Стронг, там, битва в центре, за коробку. Коробку вроде забрал паладин. Сейчас посмотрим, со звездой возродится или нет. Много экшена, кстати, команда нам начали показывать, и это меня просто невероятно радует. Нет, Мустанг у нас без овердрайва все же. Ясно? Жаль. 3 минуты до конца остается, но сейчас уже начали тащить красные, то есть диваны. Счет уже 2-1. А ну-ка, оркестр поехал. И сейчас овердрайв противника его задефает. И, ну, Эксайт, в принципе, нормально прыганул, задефал нескольких игроков. И получилось не отдать это преимущество противнику. Ну, кстати, Францис имеется, который... Хорошую траекторию выбирает, здесь пока что никто не респится, сосулят, Сесмайла не залетает, потому что Эксайт препятствует. Ну и нужно Францису просто выбирать оптимальную траекторию, там от Модры шарик хороший залетает, дает сначала минус 2 и потом 3-го задевает. Выстрел от Хики, пытается время потянуть. А ну-ка, Сесмайл сосулю выдает, а почему Сесмайл стоит и смотрит на него, я не понимаю. Я хочу пересмотреть этот момент. Почему он стоит и смотрит на него? А, не успел уже там, задержка прошла. Но надо же было просто убегать, там сосульный был. А там не могут все сделать доставку, поскольку красные-то цепляются за каждый момент, Сесмайл. И он, наверное, последний! Ого! Это просто толпотворение было трупов, и никто не смог проехать. Кроме Сесмайла. Жесть. Я хочу как-то перемотать, на Твиче нельзя это, видимо, сделать. Но вот там Солей подхватывал флаг. Это у меня галлюцинации какие-то зрительные? Или он взял флаг и не поехал на доставку, начал на Сетсмайла смотреть, как тот своей огромной сосули просто завладел его вниманием и не смог отпустить его? Ну, там могла быть доставка, по идее. Да, да, однозначно. Хотели. А там с другой стороны Модра крадется. Подхватывает флаг, но здесь овердрайв Хантера хороший расстается. Минус несколько, кажется. Но Стронга еще нужно сливать, и это будет возврат. А с другой стороны еще и Францис есть. Поэтому возврат здесь только от Риперса. От диванов происходит, прошу прощения. И, по всей видимости, это будет доставка еще одного флага, и еще становится ничейным. Да, Риперсы смогли все-таки вернуть, что самое интересное. И это 2-2, и это 30 секунд, и есть парочку звезд. То есть можно сейчас ехать спокойно Мустангу, что-то выдумывать прямо, наверное, на импровизации, скорее всего, потому что каши не слепишь за 20 минут, за 20 секунд точнее, и Мустанг, да, начинает свой путь. Стронга убили, дальше. А все это, тимвайп, нету ни одного синего игрока, и за 10 секунд до конца третьего раунда Мустанг доставляет третий флаг, и я так понимаю, что же мы можем поздравить с этим выигранным раундом команду Team Orchestra, они же диваны. Мы поздравляем, и удивительно получилось у них на последнем тайминге поставить, но меня по-прежнему волнует тот момент со Слеем, как так получилось, что флаг он не поставил. Ну, то есть, он схватил флаг, и неужели он просто остановился? Может быть, действительно, я не прав, и он как-то запнулся, и просто чисто физически не смог поехать на доставку. Но тот момент, на самом деле, решил исход этого раунда. Да, возможно, было бы сейчас 3-3, но нет, 3-2, как говорится.
Вот, поэтому как-то так. А могло бы быть 3-3, да, и риперсы бы забрали. Ну, могли они, в принципе, уже выходить в ничью. Коротко говоря, что остается ребятам из дивана? Они фактически в шоколаде, поскольку я понимаю то, что уже риперсы у нас играли с... Играли они с Only the Family. Победили риперсы там со счетом 3-1. Но если сейчас по логике, если судить, диваны побеждают здесь, то есть риперсов, то, наверное, на их пути Only the Family... Ну, быстро они сойдут с их пути. Поэтому... А дальше еще там и empty slot. То есть, как по мне, нужно забирать еще и четвертый раунд и гарантировать максимальное себе место в следующий этап. Швейцарский. Посмотрим. Падает овердрайв на центре. Францис. Подсадочка, да, тут все было логично. Там Устанк еще попытался, кстати, с крыши как-то съехать, но не достал кусочком корпуса. Поэтому, да, в этот раз достается овердрайв команде Reapers. Фух. Наконец-то Францис есть, который будет оверку, я надеюсь, хорошо реализовывать. Но если сравнивать со вторым раундом песочницы, то как сейчас они юзают овердрайвы, особенно Хантер, там мне в каких-то отдельных моментах понравился, то риперсы, конечно, выросли. Видимо, песочница, они не были к ней готовы, возможно, они, в принципе, боялись очень сильно своих противников на той карте, из-за этого и вообще пытались не рисковать, поскольку они это делали всей командой, и так получилось, что выглядели они очень зажато. Но на Иране мы видим, что чувствуют они себя вполне комфортно и показывают очень даже неплохую игру. Да, действительно, 50 на 50. Не то чтобы, да, кто-то где-то ярче, кто-то где-то круче. Да, в каком-то моменте, возможно, риперсы и облажались, когда не смогли все-таки доставить этот третий флаг, и, возможно, бы они сейчас выходили в ничью, ну, с третьего раунда, но отдали, и, соответственно, по очкам там уже, конечно, не все прям так уж и... Отлично будет у ребят. А вот у диванов им нужно додавить, получается. Забрать четвертый раунд, выйти с этого матча со счетом 4-0. Забирать максимальное количество очков. И вообще просто все супер. Проблема пока что на хайграунд поднимается. Видит он там Фрэнсиса. Ненадолго. Фрэнсис видит проблему. И разбирается с ним. Между прочим, стронг, овердрайв и сразу же попытка воза, я так понимаю. Ой, Соли мимо пролетела, прям между Модро и Стронгом. Но есть все равно отвоз, есть также аптечка, которая на самом деле здесь надобности никакой не имела. И оркестр остается, и будет возврат происходить. И, возможно, даже атака. Оркестр, конечно, маловероятно далеко отвезет, потому что там есть слей на оверке. Но оркестр это читает, и слей вообще не хочет свою сосулю давать. Поэтому оркестр выбирает оптимальную траекторию, пытается под своих тиммейтов вывести. Со смайла, правда, аптечки нет, и это будет возврат. Но, так или иначе, момент был весьма интересный. И оркестр хорошо здесь сыграл. Видно, что конференция очень даже неплохая у синего коллектива, потому что он сначала одну траекторию выбрал, увидел, что там овердрайв у противника. Видимо, ему сказали, вези на другой фланг, здесь будет подхват, и а вывез он именно сюда. Да, да, значит, 2 минуты уже позади. Кстати, пока что подходят все ближе и ближе. Оркестр, кстати, на лоу хп, уничтожает его мустанг там с овердрайвом. Рим-комплекс, кстати, пошел. Правда, поддержки никакой нету. Нужно разобраться, будет с эксайтом в будущем. И через стеночку, как это делает классический Тесла. В ПВП, кстати, эксайты побеждает. Наверное, да. Здесь все-таки он победил на рикошете против Теслы. Овердрайв на центре, оркестр должен давать информацию, вот только кому достанется. И оркестр, да, должен понимать, что он один на центре, и коробка-то падает, ремкомплект, и все-таки, да, достается коробка Хантеру. На этом пока что все. Экшен закончился. Ну, еще есть, конечно, некоторые предпосылки. Но они постепенно сходят на нет, потому что мустанга слили, оркестр от флага очень далеко находится, поэтому раздаваться вообще никакого толка сейчас нет.
Ну и мы просто ожидаем, когда командно у них получится заехать. Вот сейчас, кстати, французы пытаются они задефать, и Мустангу нужно ехать на помощь своему тиммейту. Вот если бы он пораньше немного это сделал бы... А там, кстати, аптечку не прожал, либо просто не было аптечки. Оркестр застопил одного, проблема расстается, и это будет полноценный отвоз к себе на базу. Самое главное сейчас шафту законтролировать Франциса. Если это будет, ну, не получается уже там, он не подставлялся. У него нет аптечки, но проблема просто мчится. Но понимает, что там оверный противник, поэтому пытается прострельчиками отыгрывать. Его шарик задевает вражеский. А ну, Хики спивают. У Хики свой шарик, кстати, есть. Будет хороший шарик, будет все в этой жизни. Ой-ой-ой-ой-ой! Три! И Эксайт еще остается. Не, ну Эксайт уже будет тяжело. Сейчас Хики нужно просто, да, на предикт... готовится заряжать, выигрывать максимальное количество времени. Будет батить, наверное, Эксайт этим выстрелом. Ай-яй-яй, да, Фрэнсис не поехал! А то все равно флаг все равно стоит у Сетсмайла, между прочим, красный. Я думал, что все уже может быть не так-то и плачевно для риперцев, а размены. Фрэнсиса заходит в спину, Фрэнсис не видит Мустанга, и естественно он наваливает просто... Это шпион данного матча. Интересно, Фрэнсис, ну, в стену посмотрел несколько секунд. Я тоже этого не понял. Это доставка была? Ну, по всей видимости, он вообще в другую сторону смотрел. Ну, кстати, радар, особенно для шафтоводов, но и не только, очень полезная вещь, за которой постоянно нужно приучать себя следить. Мне, как старому игроку, это тоже, конечно, достаточно чуждо. Я вот только сейчас начинаю им пользоваться, и только недавно вообще обратил на него внимание. Но радар, на самом деле, очень полезная вещь. Оркестр, тем временем, кстати, флаг увез. Нужно Франциса задефать. Проблема пытается время потянуть. Францис просто переступает через него. И это пока что похоже на размен. Да, только-то шевелиться нужно риперсом. Мустанг. Ой-ой-ой. Хорошо делают вещи сейчас Мустанг, на самом-то деле. Уже во второй раз возвращает флаг, спасает команду. А, ну, благодаря Мустангу, наверное, да, и, наверное, его доля привоза данных флагов это 70%, поскольку он вернул их проблему сразу же, пытается выиграть время, разорвать дистанцию со Стронгом, поскольку могут сделать 2-1, проблему зажимают, помощи нету, едет оркестр, тут все красные, проблема делает минус 1, Эксайт отваливается, оркестр живет еще на лоу хп, кто-нибудь убейте его, Слей все-таки вернет! Да, это возврат, и это должна быть первая доставка со стороны красных. В том моменте, вот Мустанг, ну, то есть Мустанг все правильно сделал, к нему никаких претензий, но если бы по-другому себя вели, скажем так, риперсы, то они могли бы тот флаг не дать вернуть. Там сверху, допустим, Слей стоял, который вообще никак не помогал своему тиммейту, только уже потом он решил выбрать вообще непонятную траекторию для того, чтобы поехать ему помочь. Хотя гораздо проще было бы, наверное, спрыгнуть. Я понимаю, конечно, прыгать на Крусейдере — это рискованная затея, но все равно спрыгнуть на тиммейта и как-то помочь уже телом, чтобы потянуть время. Но 2-1. До конца остается 4 минуты, оркестр пытается вывести флаг. Здесь, конечно, много игроков, и Эксайт есть, но раздается Мустанг. Эксайт должны сливать, он не прожался, хотя была такая возможность, наверное. И сейчас Мустанг просто едет и будет доставлять знамя. Если бы, кстати, Эксайт прожался, возможно, всего этого не было бы. Но он решил сохранить овердрайв на следующий раз, думал, что сейчас не стоит его юзать. Ну и это оказалось неверным решением. Лично мне кажется, какая-то недоигровка со стороны риперсов. Хотелось бы послушать, наверное, их конференцию, что-то происходит. Ну, вы там, наверное, ничего бы не поняли с тобой, поскольку там ребята с английской локалией общаются, они, скорее всего, на английском. А вот, поэтому послушать можно было бы, может быть, что-то бы разобрали. Там, но пока какая-то несыгранность, 3-1. То... Единственный раунд, который они сыграли... Прям близко, прям где они могли выйти в ничью, это был третий однозначно. Первый был такой немного суховатый, разминочный, но вот в третьем раунде ребята, конечно, очень сильно попались и не смогли забрать третий раунд в ничью. Хотя бы. Сесмайл везет, Хики. Теперь все на нем. Мина не переиграл он Фрэнсиса. Фрэнсис здесь на релаксе, да, должен возвращать. Заезжают, и здесь респится очень много игроков, поэтому, по всей видимости, ничем это не увенчается. Стронг там пытается, конечно, какой-то урон выдать, но ничего на самом деле особенного. Так, оркестра сливают.
Нужно атаковать у Франциса, есть овердрайв, который можно очень даже неплохо воспользоваться. Вопрос только, что делать с шафтом, который смотрит прямо на тебя. Но шафт уже на ареса сагрился, поэтому... А он не прожимается. Он просто хочет выдать, допустим, по хике. И вот, кстати, сейчас я начинаю замечать, что очень часто этот туннель начинает использовать. Mm-hmm. И вот конкретно в этой ситуации, на самом деле, вполне достойно. Вполне достойно. Стронг пытается увозить, его, правда, добивают. Тут еще есть оркестр. Ну, понятно все. Меня вот волнует момент, почему опять вот Франциск не раздавался тогда. Там же столько было синих игроков, он мог бы их всех задефать, и не пришлось бы прыгать в этот туннель, в эту кишку. Можно было бы через центр увести. Опять вниз. Не, ну, сейчас стоит. Я не понимаю, зачем. Эксайд тебя встречает, есть там Слей неподалеку, который шарик может кинуть, ты везешь вниз. Ну, может быть, это уже по фану, потому что очевидно, что они не победят. Вот нужно закинуть в кишку как можно больше флагов, но непонятно лично для меня. Ну да. Много вопросов у меня остается по поводу игры Риперсов вообще. Оркестр там погибает, хорошо, Стронг забрал вымпел, хики, тут это ожидал, все прочитал, Сетсмайл возвращает и... Уже не будет его за 40 секунд. Ну и как вы сами понимаете прекрасно, три флага, ну, не отдадут явно здесь синие. Досматриваем этот эпизод. Вот уже, ну и в принципе уже заранее заведомо можем, наверное, потихонечку поздравлять синих. Поздравляем, поздравляем. Они сегодня объективно оказались сильнее, причем достаточно сильнее. У Риперсов отдельными местами тоже были неплохие моменты, но в целом они сегодня очень сильно недоигрывали. Это в отдельных моментах прям видно очень хорошо. Поэтому да, могу только Риперсам удачи пожелать, а Диванов поздравить с победой. Однозначно чистой, сухой, между прочим. Кстати, победа. 4 раунда ребята забрали просто себе в копилку, причем 2 из них там было в ноль. Вот, ну, не прям в ноль, да, там и привозили, то есть это я бы выделил, наверное, все-таки второй и четвертый раунд, который они проиграли, прям конкретно Риперсы, где пытались сражаться, это первый был раунд и третий. Вот, второй, четвертый, полная туфта, как по мне, со стороны Риперсов, да, вот как-то так. Ну что ж, поздравляем, лично я поздравляю Team Orchestra, они же Диваны, с победой, наверное, я так понимаю, с первым матчем в этом групповом этапе. Вот. Ну, а финальное слово я передам мистеру Деусу. Такой момент касаемо промокодов. Нужно огласить вслух, опять сказать это, потому что, видимо, не все обратили внимание. Смотрите, вот вы привязали свой аккаунт через браузер, посмотрели стрим 20 минут, и вам не сразу приходит после этого контейнер на аккаунт. Сначала он появляется у вас в уведомлениях. Уведомление на Твиче находится в правом верхнем углу, по крайней мере, с компьютера так, если вы через телефон, не знаю, как это работает, но найдете кнопку уведомления, и там вам предложат, когда вы уже войдете туда, вам предложат забрать контейнер. Вы его забираете, потом какое-то время ждете, я думаю, небольшое время, и к вам приходит на аккаунт ультраконтейнер. Давайте я вот сейчас даже на основу зайду, потому что я нажал «забрать» минут 10 назад, и, по идее, ультраконтейнер мне должен прийти. Так, захожу в контейнеры. Да, ультраконтейнер у меня на аккаунте, поэтому все приходит. Следующий стрим у нас на втором канале, там можете чат вверх пролистать, там уже ссылки кидали наши модераторы, либо я вам сейчас еще продублирую, но найти его, я думаю, не такая большая проблема. Там все работает точно таким же образом. На этом моменте буду с вами прощаться. Благодарю моих коллег за работу, зрителей благодарю за то, что смотрели, за то, что болели и за все. Комментировали сегодня для вас я, Александр Мистер Деус, мой напарник Дэн Майор Кэмэл, за картинку отвечала Лисичка Ким. Всем спасибо, всем пока.